Снимаю уже. Оп, осторожно, осторожно. Ага. О, я даже вижу свое отражение. А, нет, это кашка. Всем привет, с вами Вася Купер. И Ашана. Сейчас мы с вами находимся в городском пляже, который у нас располагается на 202 микрорайоне. На улице жара, плюс 31 градусов. Что делают горожане, чтобы спастись? Перед нами открывается супер обзор. Очень красивый вид, как вы видите. Хороший фанту. Да? Я попью бы сейчас. А, хорошо у нас в Якутске лето. Возле речки. Прохладненько. Свежий ветерок. Приятные запахи. Вон, тут даже лодка есть, смотри-ка. Да. Где плавать. Давно уже катаетесь? В этом году уже катаюсь. В этом году не мог. Ходил, падал. В прошлом году начали учиться, да? Ага. А почему именно ролики? А потому что так удобнее. Платить не надо. Пришел, одел, катал, пришел. У нас очень позитивный. Суровый народ, который проводит вот так вот свой уикенд в прекрасном месте, где можно отлично отдохнуть. И люди приходят сюда, в это прекрасное место, чтобы отдохнуть, оторваться, полностью погрузиться в релакс. От шумного, пыльного города, да. Уйти в этот оазис. Оазис красоты, веселье. Так, попробуем спуститься да, на этот лазурный берег. Мы не можем удержаться от возможности просто полоскать свои ноги. В этой кристальной воде. В этой кристальной воде. Фу, я даже не пойду. Надо. Я остался один. Ну, продолжаем. Так, самодельный трамплин. Так. О, я даже вижу свое отражение. А, нет, это кашка. Ну, что поделаешь, если у меня лицо как кашка. А вам кто-нибудь помогал, ну, начинать на роликах кататься? Не, я сам на своих синяках. А, падали, да? Шиба, много. Не мог сориентироваться. Оказывается, только вот так выпрямился. Конькись по тебе убегает, и ты его сбрасывает, оставь. Ничего не ломали себе? Наверное, не ломал, но... Ушибы так, да? Ага, ушибы. Видно, на локоть падаешь. Косточка. Ага. А потом для малого таза, ну, для мужского органа тоже крови вырабатывается, тестостерон. И поэтому половинка-то не плакала. Ну, это будет короткое видео. Тут лучше смотреть. Мне там женщина спросила, слушай, не выгоняет, нет? Я говорю, нет. Ну, в общем, такой вот пляж. Отличный. Отличный пляж для отличного отдыха. Да, я не засираю Якутск. Лайк,
ставьте лайк, ребята. Подписывайтесь на канал.